Ну что ж, здравствуйте, дамы и господа. Вы снова смотрите телепередачу для тех, кто лишен разума. Мы рассказываем вам о наших буднях. Мы простились сегодня с нашими друзьями, они поехали к себе домой в Барнаул, мы поехали дальше, в сторону Акташа. Сейчас, как вы можете видеть, мы находимся в районе, я бы сказал, в сердце горного Алтая, большой и малый Еламан. Мы вчера попали под жесткий дождь, всю ночь шел дождь, мы отсырели, замерзли, нам все это ужасно не нравится, и мы решили побаловать себя роскошными условиями. Как вы видите, палатка наша сохнет она отдельно от нас. Мы арендовали вот это вот пентхаус, вот это вот, не побоюсь этого слова, бунгало, да. Вот, сейчас Елена Викторовна готовит там еду, сейчас вам покажу, надеюсь, голова вас уже не закружилась. Я занимаюсь тем, что навожу порядок в нашем кунге, там всего очень много. Что-то из этого нужно, что-то не нужно, что-то грязное, мокрое, там, непонятно, короче. Вот, я этим занят, в салоне полный бардак, там даже заглядывать не станем, там все курком. Видите, мы паркуемся рядом с бунгало, у нас бунгало с парковкой. Парковочка у нас есть, да? И даже отдельный домик, я даже не знаю для кого. Вот, не знаю, хорошо ли вам видно, у меня, к сожалению, камера без экрана. Вот этот прекрасный домик. Так, сейчас мы заглянем туда. Что мы увидим? Так, мы увидим здесь Елену Викторовну. Елена Викторовна занята приготовлением еды. Одновременно тепло, выделяемое с помощью этой замечательной газовой плиты, отапливает этот домик, потому что наше бунгало, естественно, без отопления. Спасибо, со светом. Оно со светом, да, тут есть электричество. Нет, не, лампочка, не будем путать. Мобильник не подозреть. У нас тут есть такие две деревянные кровати, от которых отказались унылые люди из Кемерово на Цивике, да. У нас все условия, здесь вот посуда. Мы собираемся сегодня испить великолепных напитков из Казахстана. Пусть вас не смущает. Свет нормально. Голодать мы не планируем. Вот эти розовые сосиски скрасят наш отдых. Вот так вот. Вот такие вот будни путешествующих людей. Завтра мы двигаемся в Акташ, Улаганский перевал. Тот самый район, да, тот самый. Катуйрык, не боюсь этого слова. И что еще? Да, в общем-то, мы сами по себе. Что хотим, то и делаем. Спасибо, что были с нами. Ожидайте следующих включений.